Дорогие друзья, а у нас сейчас представитель, юный представитель среди участников. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия Годунова. Замечательно. Анастасия, расскажите, пожалуйста, впервые в таком проекте или уже есть какие-то успехи, какие-то достижения? Ну, я «Мисс Россия 2015», записала 6 песен, снялась в клипе «Птицам холодно зимой», снялась в 4 фильмах, ну, вот так. Действительно, какая у нас уже профессиональная звездочка. А скажи, пожалуйста, все-таки в дальнейшем ты себя видишь в этом профессионально? То есть ты хочешь себя там найти, да? Да. Ну что ж, Кристиночка, мы тебе искренне желаем всего самого хорошего. Мы даже гордимся то, что у нас такие звездочки есть на проекте. Поэтому всего тебе хорошего и успеха в выступлении. Спасибо.